Мне кажется, что начнется все с детектора лжи, потом будут встраивать какой-нибудь чип в голову, потом в глаз вставят видеокамеру, ну и так пойдет, поедет. Ну это развитие цивилизации, нормально, атрибут. А почему? Вдруг правда какой-нибудь злодей в органы зайдет. А может быть, в связи с этой процедурой будет ответственность.